Я не лазил сюда 6 лет. Смотрите, как все это выглядит. Здесь силиконина. Вот этот шов между верхней опорой и кузовом я покрыл силиконом, чтобы пыль оттуда не летела. Это тоже желательно. Что надо сделать перед тем, как снять стойку с машины? Амортизационная стойка находится там, у этой машины. Она закрыта крышкой. Нужно снять крышку, снять динамик. При желании можно и не снимать. Взять головку на 19, поставить на это, взять вороток и попробовать открутить гайку, ослабить. Если этого не сделать, то на снятой стойке гайку ослабить будет очень трудно. Трубка. Все, гайка ослаблена. До конца ее выкручивать не надо, потому что может прилететь. Но облегчить свою жизнь можно. Вот так. Теперь откручиваем вот эти 3 гаечки и дальше. Уже начинаем поднимать машину на донкрат, снимать колесо и откручивать стойку с этой стороны. А потом вынем ее и все. Еще важно мазать вот эти резьбы любой смазкой. Хоть литол, хоть шрус старый, без разницы. Чтобы потом легко было открутить. И привыкайте мазать все резьбы. Если вы открутили болт, обязательно мажьте его чем-нибудь перед закручиванием. Вам потом очень легче будет это разбирать.